Масло эму называется, эму ойл. Так, вот. Это все для девочек пока. Это жир, на самом деле, те, кто живет в Америке, вот в Канаде, по-моему, его производят. Жир эму, это настоящий стопроцентный жир эму, который добывают, я врать не буду, ну какое там животное дает этот жир. И, соответственно, очень хорошо увлажняет кожу, можно пользоваться для лица, можно для какой-то части тела, соответственно, чтобы двойное, тройное было увлажнение. Вот.